72-летняя София Ротару примет участие в съемках новогодних концертов на федеральных каналах. Артистка также рассматривает предложение о выступлениях на корпоративах. После возвращения Крыма в состав России украинская певица заявила, что больше не появится на полуострове. В Россию артистка тоже давно не приезжала. София Михайловна уже подтвердила свое выступление на «Песне года», одном из любимых новогодних концертов телезрителей. Его покажут в эфире 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия-1». Концерт с участием Ротару состоится 7 декабря, все билеты уже распроданы. «Песню года» впервые будут проводить на площадке ВТБ-арена. Софию Михайловну также ждут 14 декабря на фестивале «Легенды ретро-ФМ». Российские поклонники соскучились по артистке. Сейчас Ротару рассматривает сразу несколько предложений выступить на новогодних корпоративах в Москве. Стоимость выступления звезды составляет $50, 60 тысяч, 3,1, 3,8 миллионов рублей, сообщает КП. В эту стоимость входит оплата транспортных расходов Софии Михайловны и ее коллектива из Украины в Россию, проживание и сам концерт. Недавно стало известно, что гостиница «Звезды» в Крыму перестала приносить доход. Номера в отеле можно забронировать с большой скидкой. В сентябре София Михайловна отдыхала в Италии. Артистка удивила поклонников своим цветущим видом. В начале августа Ротару показала трогательную фотографию своей семьи.